Приветствует вас Восточная Сибирь, город Нижнеудинск. Вон какие-то спортсмены на великах гоняют. Что у нас какая-то движуха. С утра пораньше машину куда-то едут. Может, парад будет? Я вообще же не знаю ничего. Я же не социальный человек. Смотрите, как у нас красиво все распускается. Это нежная зелень. Красотища, птички поют. Благодать. Такое певческое время, я имею в виду, что до тех пор, пока птенцы не появятся у птичек, они заливаются, поют. Красотища такая вообще. Окно открываешь, и льется песня. Это хищник летит. Или копчик, или берку. Да он так кричит. Пойдем. Мышек высматривает. Он, конечно, и птичками. Ну, любое хищное животное, оно охотится на слабого. Это же понятно. Слабый зверь имеет слабую генетическую структуру. Значит, не имеет здорового генофонда, и значит, все его потом, как говорится, будут больными, чахлыми, и ничего хорошего в природе не дадут, понимаете? Поэтому, ну, в природе все мудро устроено. Жаль, что на человеке это не отражается. Как бы жестоко это ни звучало, но я имею в виду не физические недостатки, а умственные, если говорить о человеке. Потому что вообще человек, если он здоров, мозг у него здоровый, то любой человек рождается, ну, разумным существом. Да потом уже он превращается в стадное ничтожество. Смотрите, какое облако обалденное вообще. Ой, это что, так шла и такая фигня была? Красиво, правда? Стой. Вызов! Фу, кирогазка проехала. Когда близко люди, я убираю видимость экран, потому что все-таки у нас народ провинциальный, дикий и неадекватный. Хочу я вам сказать. Понимаете? Потому что у меня было такое желание, такое было версия снять видео. Жопа, иди сюда. Снять видео о том, что, ну, о работе продавцов. Ну, не знаю почему, мне так захотелось. Но я передумала, потому что, ну, что тут продавцов-то, магазинов раз-два я обчелся. И что у меня было бы только, ну, может, до 10 этих, ну, видео. Как-то, ну, было бы неинтересно. Может, конечно, меня бы как-то завлекло, но у нас такие продавцы неадекватные. Без камеры-то заходишь, они такие кислые, злобные. Фу, ужас, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Не все, конечно, я не спорю, но, по крайней мере, те, которые не знакомы, да, и знакомые есть такие, морда недовольная. Короче, так, подожди-ка, зайчик, сейчас я одиночки посмотрю, никого нету, тебя надо отпустить, у меня уже... Что за машины? Откуда они прутся? Ничего не понимаю. С утра пораньше. Что мы с тобой... Или просто рабочий день еще? Сегодня что, рабочий день? Поэтому мы вышли как раз в самое рабочее время. Иди сюда, зайчик. Жоп, иди сюда. Ну, короче, ладно, тогда я отключаю, потому что тут надо смотреть глаз за глаз. Куда они вот едут? На аллею или... Ну, нет, туда поперся. Дружка отпустить. Потому что... Ну, надо, чтобы собака бегала, да? Мы сюда приходим, чтобы собака бегала. Чтоб собака моя любимая бегала. Бегали, наслаждались, двигались, бочичка моя. Движение – это жизнь. Для любых, даже самых маленьких насекомых.
хорошего, доброго дня, благодати, радости, бытия, счастья. До встречи. Чао, какао. Ставьте лайки, друзья. Та-ра-ра-ра-ра. Солнце всем и любви.